Ну, собственно, продолжаем. Яманоми. Но в данный момент мне нечего сказать. В любом случае, моя грудь наполнена гордостью в данный момент. Все объединились против отчаяния. И они просто удивительные. Вот почему я собираюсь сражаться тоже. Я буду сражаться только тем способом, которым я могу. Я собираюсь показать своим ребятам, мою грозную... короче, мою грозность. Грозное возмездие, вот. В основе вот все. Ну, хорошо, давай, покажем. Окей, если мы будем работать вместе, то... С чего же мы начнем-то? С причины смерти, которая отсутствует в Монокума файле? Почему бы нам не попытаться удалить все наши предвзятые представления, прежде чем обсудить это? Не удалить, а избавиться. В начале нашей дискуссии мы шли, собственно, вперед, предполагая, что смерть Нагито была вызвана копьем. Будет лучше, если мы подтвердим, если есть какие-либо другие возможности. Вот что я думаю. Другие возможности? Если что-то другое, кроме копья, убило Нагито, то все, о чем я могу подумать, только нож, что был в ванне, что находился в его руке. Но... Да, безусловно, было бы просто ужасная рана. Но определенно, что она не была бы смертельной. Ты не думаешь? Так не все знают о яде тут еще. Только главный герой и Чияки. Сейчас они поднимут, я думаю, эту тему. Ну, если вы думаете, что порезы на его ногах и левой руке не являются смертельными ранами... Мы что, уже закончили, что ли? Я чувствую, что есть возможность, что мы что-то упустили. Упустили? Так, тогда давайте поднимать все, что мы можем, одним за другим. Это, может быть, прояснит нам некоторые вещи. Точно, мы должны сотрудничать в такие времена. Так, фатальной раны не было. Смертельные раны, которые не были от копья. Мы даже не знаем, если и возможно ли такое. Но если да, но, то нам нужно выяснить, что это такое, несмотря ни на что. Ну, наверное, я бы сказал, причина смерти. Это не фатальная рана. Вот как надо бы там... сказать.
Let us consider the difference. Давайте возьмем во внимание другие фатальные раны. Так. Других не было. Со всеми этими словами. Может быть, кровотечение до смерти? Да нет, нет, возможно, это до смерти довело. Его причина смерти что-то, что нельзя увидеть. Что-то, что нельзя увидеть. Ну все, я знаю, что и куда нужно выстрелить. Особый яд Монокумы во что-то, что нельзя увидеть. По идее, потому что... логично. Кровотечение до смерти, да уж. Блин, я пропустил, стреляя в эти фигни.槍以外の致命傷を考えましょう。右手のナイフは違うんだな。それ以外の傷、それらの傷、出血される。あ、ブリン。二度とのいいってレベルでいいなら。Сраные фигурины. Эти шумы мне мешают нехило. Так, ладно, теперь я знаю, откуда их убрать. Но я думал, что я прорвусь через эти шумы, но все-таки он поднялся слишком быстро вверх. Ох ты ж. Есть. Точно, я совсем забыл об этой возможности. Если причина смерти была вызвана чем-нибудь, что мы не можем увидеть, то мы можем взять во внимание яд, который может быть использован в качестве метода. Яд? Это верно, что яд — это нечто, что нельзя увидеть, но... Почему ты поднял эту тему так внезапно? Я вспомнил. Когда я пошел в коттедж Нагито, чтобы изучить, что там есть, я обнаружил действительно нечто очень странное. Внутри холодильника я нашел бутылку специального яда Монокума. Яда? Кроме того, этот яд был сделан специально для убийств. Или предназначение этого яда специально для убийств. Понятно, теперь я поняла. Не может быть так, что этот токсин не был связан как-то со случаем. Если яд был причиной его смерти, то он бы не оставил никаких либо очевидных ран на его теле. ドクサツだと体に特徴的な死斑が出ちまう場合が多いけどな。
Однако пятнам крови свойственно появляться на теле, которое было отравлено. Да, ты действительно знаешь много о всяких препаратов. Что значит? Да, но даже если появились пятна крови, что если тело уже было покрыто кровью? Черт, да, мы заметили это так легко. Неужели эти раны на его теле просто были сделаны для того, чтобы замаскировать все это? Есть возможность такая. И все-таки, обе руки Нагито были заняты. Как бы он смог выпить яд? Его левая рука была связана, я надержала копье, а его правая рука... Ну, в нем, собственно, был нож. Это был яд, который... с замедленным действием. Вполне возможно, что он... употребил его до этого заранее. Нет, этикетка предупреждения на бутылке четко говорит, что эффект является мгновенным. Это невозможно. Обе его руки были заняты во время... Нет, перед его смертью. Ну и в этот момент этот трудный хвост и появляется. Использовать хвост для того, чтобы выпить яд. Да ты слишком переоцениваешь этот хвост уже. Нетрудный отвертый, да, извиняюсь. Ну, его рот был закрыт изолентой, если вы знаете. Если бы он хотел выпить яд, то как он прошел мимо его губ? Но если у него не было возможности выпить яд, тогда это невозможно. Да прошу, чё? Не то, что у нас закончились все вероятные возможности. А что, что-то еще осталось? Да черт с два! Независимо от того, как вы будете об этом думать, очевидно полностью, что он был убит копьем. Но поскольку мы уже исключили так много возможностей, я думаю, что будет уже легче подумать о том, что действительно убило его. Операция метода исключения. Подсказка должна быть написана на этикетке предупреждения яда. Может быть. Путь, которым проник яд в тело Нагито. Ответ, возможно, записан на этикетке предупреждения. Я должен думать об этом осторожно и попытаться вспомнить это. Logical Drive. Окей, Logical Drive. Круто. В
Ну, скипаем. Ну да. Получается, убийца Акана. Да, походу, все-таки. Пусть Нагито сделал это все самоубийство. Как бы он решил все сделал сам. Но причина его смерти сейчас, наверное, будет то, что Акана открыла дверь. И, собственно, упал и яд, и начало гореть все, и он вдохнул яд и умер. Собственно... Так. В каком виде был яд, который повлиял на Нагито? Газ, солид, ликвид. Так. Я думаю, что газ. Да. Ну все, дальше можно даже не идти. Фумос, в смысле, я что-то не понимаю, что ты имеешь в виду. Офигеть, в самом конце упал. Нельзя торопиться. Все-таки. Это уже не первый уровень, где можно делать все, что тебе захочется. Хотя время тут тоже не резиновое. Так, что у нас там? Как яд вошел в тело Нагито. Через его нос, через его раны, через его рот, через нос или через рану? Через нос, наверное, все-таки. Сомневаюсь. Хотя... Нет, есть яды, которые через любую рану может войти и все убить, а черт, по-моему. Тони, что ты там такое видел? Можно название? Всю информацию, которая в них. Ну, Фумо, смотри, по сути, то, что нам дают тут, мы уже знаем. Просто тут это подтверждает. И дают более, больше, как бы, более подробную. Так что, ну не знаю, как бы мне сама мини-игра нравится, а вот насчет того, что ты сказал, ну, если честно, я получаю удовольствие, и мне хорошо. Итак, нормально. Что? Душ с твоим отцом, симулятор 2015? Что за... Фу, блядь. Все вообще ебанулись. Ай, господи. За что не зайду в Steam тогда уже? Ладно, все, отвлеклись. По Фуму, походу, да. А что вместо того, чтобы выпить яд? Предполагалось, что он его вдохнет. Наверное. Не, ну реально, Теодор, это уже вдохнет. Там же написано на этикетке предупреждение у яда.
Так. Этот, эта очаровательная жидкость является сильнодействующей, и эффект немедленный. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно. Хотя его неустойчивость, да, низкая, эта жидкость является очень опасной, когда она испаряется. Ну, собственно, по сути, жидкость опасна, когда она испаряется. Другими словами, вдохнуть этот газ, это будет фатально. Интересно. Ядовитый газ? А, значит, все, что нужно было сделать, это просто его вдохнуть через нос. Так он, значит, дышал этим ядовитым газом внутри склада? Да, но если этот ядовитый газ распространился по всему складу, почему он не убил нас? Причина, по которой мы не вдохнули этот ядовитый газ, я должен быть в состоянии объяснить эту тайну. Огонь? Нет. Из-за воды, я думаю. Фумо, если честно, я просто не задумался об этом как-то. Не знаю. Но вот теперь, когда ты это упомянул, да, наверное, все-таки немного, да. Не критично, но смущает. Хотелось бы, чтобы они были немного по-другому, посложнее. Разбрызгиватели на складе. Благодаря им мы не вдохнули этот ядовитый газ. Так, исчезновение этого ядовитого газа было вызвано разбрызгивателями. А не, это не был огонь? Пожар. Ну, это также было написано на этикетке предупреждения яда. Ну, Монокума сказал, что типа, подождите, пока там дым после пожара выветрится, и все в этом духе. Да уж, эксперты в чате, что за яд? Ну, я не знаю. Я не разбираюсь в ядах. Но может быть действительно есть кто-то? Существует такой яд? И как он называется? И где его даст? Тут нужно кое-что сделать, как раз мне нужна такая вещь. В газообразном состоянии он тяжелее, чем воздух. И поэтому он распадается, выходит из строя, рассеивается, наверное. В течение минуту. И он восприимчивый к гидролизе. Поэтому это возможность для тебя отравить кого-нибудь до смерти, без каких-либо проблем. Наруходо, асуйбункай дес не? Ну конечно же.
гидролизе. Эта химическая связь, собственно, была сломана благодаря воды из разбрызгивателей. Кроме того, этот яд, по-видимому, тяжелее, чем воздух. Поэтому, возможно, из-за этого он никак не затрогал нас, потому что мы стояли. Но Нагито лежал там. Что? Так что, возможно, он вдохнул его слишком много. Если оно отвечает требованиям, то если все соответствует требованиям, то хорошо. Это уже больше не является просто возможностью. Так, истинная причина смерти Нагито — это было отравление? Так, все эти раны на его теле, и это копье в его животе — все это для того, чтобы не дать нам узнать истину? Ну и чё? Ну да, мы выяснили то, что Нагито умер от яда. Ну и что с того? В конце концов, это не меняет того факта, что он совершил самоубийство. Так что хватит уже. Нагито вдохнул яд, что он подготовил, и умер. Да. Это действительно все еще звучит как самоубийство. Но с этим у нас есть полное представление картины. Нам также удалось определить истинную причину смерти. Ну хорошо, теперь, когда все тайны были решены, то мы можем приступить к голосованию. Что? Еще что-то есть? Я имею в виду, не все тайны еще были разгаданы. В конце концов, мотив Нагито не ясен. Неужели он совершил самоубийство только для того, чтобы убить всех нас? Действительно ли это его мотив? Действительно ли это так? Эй, что такое? Больше нет никаких причин беспокоиться о что-либо. Мотив Нагито. Злоба Нагито. Действительно ли все в порядке? Мы действительно можем закончить на этом? Да. Нет, этого не может быть. Блин. Да. Да, Шао Кан, блин, убил. Угу. Есть возможность того, что был сообщник. Нанами-сан? Чияки? Чё ты сказала? Кумаэда-кун га... Если Нагито совершил самоубийство, вдохнув яд, что он принес, тогда почему там не было ничего, что было похоже на яд на место преступления? Что-нибудь похожее на яд?
Кстати, да, на место преступления мы не нашли ничего, во что яд, может быть, был. И потом, не знаю, разбит и все там дух. Это действительно очень странно. Что-то тут не то. И я, по-моему, понял, что тут не то. Возможно, Нагито... Нет. Нагито принес на складе яд с собой. Это странно, что мы не смогли найти его там. Ничего связанное с ним. Если Нагито действительно принес яд на склад, то вещь, которая останется после него, это... мясо на кости, что оно тут забыло? Сука! Сурите... Дуку мочиакубу тамену йоки на кото иттери нока? Это в первой главе было. Мясо на кости. Ну, Фумо, по идее, для того, чтобы скрыть улики. Так. Ты говоришь о... Не контейнеры, блин. Ты говоришь о какой-нибудь контейнере, где яд хранился бы? Да, если Нагито привез его. Это странно, что не, мы не нашли ничего, во что он, может быть, содержался бы. Он бы не смог привезти яд, если бы он не поставил его в какой-нибудь контейнер. Да, там было написано на этикетке предупреждение. Держите жидкость в безопасности. Храните ее в прохладном месте, в стеклянной или в пластиковой бутылке. Вдали от солнечных лучей. По бутылке, да? Возможно, они растаяли в огне. Вероятно, что оно может быть пластиковое или стеклянное, правильно? Тогда их полностью сжечь невозможно. Только фрагменты пластика от антипожарных гранат, что мы использовали для того, чтобы потушить огонь, полностью не сгорели. Помните? Тогда разве это не значит, что кто-то избавился от бутылки? Да. Граната. Так вот почему ты упомянула о сообщнике. Да невозможно. Ну, я имею в виду. Сообщник, это слишком. Ну, как бы, это вообще имеет значение? Я имею в виду, что даже если есть сообщник, это не меняет того факта, что Нагито совершил самоубийство. Вот именно.
Может быть, кто-нибудь по чистой случайности взял его с места преступления. А, сокко! Содаяна! Сони киватэ ё на. Точно, да, ты совершенно прав. Это очевидно так. Соро-соро иккен накшак де ин джане? Мо донден гаэши нанте иране тте. Ну уже давайте, придите уже к ответу. Чё, правда? Разве ненормально закрыть уже это дело сейчас? Я сейчас не в настроении для неожиданных поворотов. Привет, Сайдер. Сразу понятно, кто его утащил. Почти. Я не хочу делать больно никому. Я не хочу больше боли. Но причинять боль кому-нибудь... Все устали. Устали от того, чтобы сомневаться друг в друге. Я тоже чувствую это. Вот почему я хочу разрулить это самоубийство Нагито. Если я это сделаю, то никому тут боль не причинят. Но... Это нехорошо. А? Чё? Я чувствую, как будто Нагито видел нас насквозь. Назвав это самоубийством Нагито, мы пытаемся взять легкий путь для того, чтобы мы не причинили вред никому. Но если бы Нагито находился прямо сейчас здесь, то он, возможно, бы насмехался бы над нами. Он бы, вероятно, сказал бы что-то вроде бы... такова степень вашей надежды. Так, призрак Нагито шепчет тебе, что ли? Сила дружбы. Сила дружбы находится за гранью смерти, да? Такой огненный исход, прямо как будто из какой-то подростковой манги. И все же, это до сих пор достаточно запутано. Заткнись, просто молчи. Я понимаю, о чем ты говоришь, но в конце концов причина его смерти та же самая, что и раньше, ведь так? Даже если мы разгадаем эту загадку, то на вывод это никак не повлияет. Ну, я имею в виду, что это самоубийство, независимо ни от чего, не так ли? Но если там действительно был соучастник, то есть какие-либо причины, почему мы должны... выяснить, кто это. Как Фуюхико ранее сказал, есть вероятность, что кто-нибудь, возможно, случайно убрал, взял то, в чем находился яд с места преступления случайно. Да, но... Я просто не могу себе представить, что все так закончится, и мы повернемся спинами к истине.
Да, все нормально, не так ли? Есть некоторые вещи, о которых нам лучше не знать. И мы просто это не заметили. Как, например, может быть в этих бутылках и все и пряталось в этих... Может быть, эта бутылка как раз и пряталась внутри фрагментов огненной противопожарной гранаты? Что? Что? Это чувство только что. Привет, Влад. Даже если она была коротка... Это было как... Сильная вспышка света, что прошла через мой затылок. Акана невольно снова попала в точку. Может быть, то, что только что сказала Акана, является новой подсказкой? Из-за этого... Используя это, я смогу быть в состоянии добраться до ответа. Способ, которым Нагито принес яд, это означает то, что он использовал в качестве бутылки, это было. Fire Granny. Где другой И, блин? Короче, все, давайте тут переиграем. Потому что здоровья очень мало, я не смогу. Они все убили его. Но по сути, да. Как бы... Эти антипожарные гранаты мы бросили все вместе, более-менее. И по сути, тот, кто бросил ее первый, и та, которая была первой бутылкой... Хотя, блин, тут реально трудно определить, кто был первым. Какая из них первая лопнула. И с какой из них... Так. Р. Нужен Р. Thank you.
где сраный Е? Ёши, вакатазо! Сода! Вакатазо! Понятно. Шокадан-да-йо! Антипожарные гранаты. Майдан дуку шокадан-но ёки не лете соку маде мочакондан-да. Нагито поместил яд в одну из этих... В одну из этих антипожарных гранат канистр. И, собственно, поставил их на складе. Что, он использовал одну из этих антипожарных гранат? Да. И, собственно, бутылка, в котором находился яд, не кто-то ее убрал оттуда в тайне. Вместо этого, это была бутылка, которой не нужно было убрать с места преступления. До тех пор, пока он поместил яд в одном и той же, в одной и той же бутылке, что он принес на складе. Ее можно с легкостью спрятать с другими антипожарными гранатами, что мы использовали. Поэтому нет никакой необходимости убрать бутылку позже. Так стоп, бутылка там уже была, что ли? Нет. Так этот ублюдок, он знал, что мы пойдем... Нет, он знал, что мы будем бросать эти антипожарные гранаты. Тогда разве это не значит, что Нагито поменял содержимое антипожарных гранат? Да, именно так. Когда я впервые обнаружила эти антипожарные гранаты, я попыталась осмотреть их сначала немного. Эти канистры были плотно и герметично закрыты алюминиевой крышкой. Да, вот именно. Но я думаю, сейчас они придут к тому, что нужно. Так, все, что тебе нужно, это убрать эту печать. Эту крышку с этих бутылок и потом поместить внутрь яд, верно? Да, это правда, но не было никакого признака что нечто подобное сделано, даже в комнате отдыха. Постойте секунду, ты сказал алюминий? Хаджима, неужели? Если это так, то нет никаких сомнений. Нагито определенно подменял содержимое этих антипожарных гранат. Серьезно? Ну, это ж невозможно, мисс Сония... Только что это сказал? Слова Сони являются доказательством того, что яд был подменен содержимым антипожарных гранат. Так.
Ну, где тут у нас? Вот. Изич. Смотрите, мы нашли это под кроватью Нагито, когда мы, собственно, изучали его коттедж. Это только кусок мусора. Нет, это не просто кусок мусора. Печать, что была на этих антипожарных гранат, соответствует. Это тот же самый алюминий. Вы нашли алюминиевую крышку под кроватью Нагито? И даже больше. Это не единственное, что мы нашли в комнате Нагито. Мы также нашли газовую маску и перчатки под его кроватью. Он использовал это для тот момент, когда он, собственно, поместил яд внутри антипожарной гранаты. Это все-таки опасный яд, в конце концов. Он был чрезвычайно осторожен, когда подменял яд. Ну и в чем проблема? Ну окей, Нагито положил этот яд в этих гранатных канистров, перевез их, снил, вдохнул и умер, верно? Поэтому, в конце концов, он, блин, все-таки совершил самоубийство. Хватит уже. Ну ты прав. Чё-то тут не стыковочка. Да, но если бы этих бутылок не бросили бы... Ну, канистр. Неважно. То это означает, что он бы не добился ничего. Видишь, я ж тебе говорю. Вывод один и тот же. Нагито совершил самоубийство. Конец истории. Да, я должна признать, что не было никакого соучастника. Это было просто недопониманием. Да, ты права. Противогазы, перчатки. И что? В действительности, правда, еще более ужасная. Что ты сказал? Эй, ты это что намерена сказать? Какого черта? Ты еще хочешь продолжать дальше, что ли? Разве это не решено? Нет никаких сомнений, что смерть Нагито была самоубийством. Нет, ничего подобного. Чияки? Я прошу прощения, но я только что это поняла. Поняла что? Мы знаем, что Нагито использовал эти гранатные канистры для того, чтобы содержать в них яд.
И в тот момент, когда они были, собственно, принесены на склад, и когда Нагито вдохнул яд, когда я подумала обо всем этом и соединила вместе, вот тогда я и поняла. И какая же ужасающая правда тут? Есть возможность, что это произошло в один и тот же момент. Момент, когда эти антипожарные гранаты были принесены, и момент, когда Нагито вдохнул яд, был один и тот же? Ага, Фумо, да. Привет, Берс. Я почти на 100% уверен, что это Соня теперь. Что? Феодоран именно. Как бы по-любому он самоубийство сделал. Но... когда мы все бросили гранату. Ты хочешь сказать, что это случилось тогда, когда мы все бросили эти антипожарные гранаты? Феодоран говорит, что Соня знала, какую гранату нужно кинуть, просто вот и все. Посмотрим. Да, я так думаю. Когда мы все бросили гранаты для того, чтобы потушить пожар на складе, собственно, тогда был принесен я и яд. Ну и, собственно, этот ядовитый газ как раз тогда и убил Нагито. Если это правда, то тот человек, который принес яд и распространил его, был один из нас. Какого черта? Один из нас бросил ядовитую гранату и убил Нагито? Постойте секунду. Тогда Нагито... это будет означать, что он не убил самого себя. Какого черта? Но ты это сама сказала. Ты сама сказала, что Нагито совершил самоубийство. Тогда... кто убил Нагито? Ты имеешь в виду, кто... убийца на самом деле, да? Да. Это, короче, Соня ставлю 1 бакс. Можешь отдавать, готовить его. Ты знаешь? Кто подготовил отравленную... огненную гранату с ядом, что убил Нагито. Но тот, кто это приготовил, это сам Нагито и был. Сука! Соннано Кумайда дару? Соно ханаси ва сакки шита баккари джанай ка? Это было Нагито, очевидно. Мы только что обсуждали это пару минут назад. Соно докуири шоукадан о нагеру киккаке ни натта. Окей, тогда кто поджег склад и заставил нас пойти и взять эти гранаты отравленные?
Найдет он. Кто же еще? Ну это тоже был Нагита. Эй, сколько раз ты ты будешь спрашивать один и тот же чертов вопрос? Следующий вопрос будет моим последним. Возьми во внимание все факты, которые у нас были до сих пор. Почему Нагито поджег склад? Опа. Чтобы заставить кого-нибудь бросить яд. Сука! Мошкасте, айцу? Только не говори мне, что он... Оретачни шоукадао нагесасеру тамени сокуни хоукасану ка? Он поджег склад только для того, чтобы заставить одного из нас бросить эту антипожарную гранату? Хио кесасеру тамени хио цкета тте но ка? Нет, не одного из нас, а нас просто. Так значит, он устроил этот поджог. Нет. Так он устроил поджог для того, чтобы мы его потушили? Зачем ему делать такое? Это была ловушка. Ловушка! Опять трапы везде. Приготовить яд, создать причину для нас, чтобы бросить яд. Это все было приготовлено Нагито. Это все была ловушка, чтобы заставить одного из нас бросить отравленную гранату. Серьезно? Тогда я спрашиваю, кто бросил-то? Я не знаю. Тот человек, который ее бросил, возможно, сам этого не знает. Что? Неужели это была ловушка Нагито? Тогда это было не намеренным убийством. Это было убийство, которое Нагито заставил кого-то сделать. И из-за этой причины... Он поставил огненную гранату. Которую он наполнил ядом с остальными другими гранатами. Подстроить убийство таким образом, чтобы никто не смог ее решить. Это было истинной целью Нагито. Чё? Да. А вот это я понимаю. Вот теперь это действительно неплохо развивается. Ну, Нагито еще с первой главы показал, что он тут лучший персонаж в игре. Теперь это доказал. Снова. Какого черта? Нагито не совершил убийство. Вместо этого он манипулировал кем-то другим, чтобы убить его. Чтобы убить самого себя. И сделав так, он приготовил все. Он приготовил ловушку, чтобы заставить кого-нибудь убить его. Отравленные гранаты и антипожарные. Нет, и тот пожар был ловушкой.
Вот почему занавес был исходной точкой огня. Все эти пожарные гранаты были брошены на этот занавес и, собственно, разрушил его после того, как они упали на пол. Сожгли. Из-за этого Нагито, который лежал лицом вверх, там на полу, был в состоянии вдохнуть этот плотный, нет, густой яд. И потом... Постойте, если это правда, то мы не то ты не можешь сказать, что яд был причиной смерти. Возможно, это вина яда, то, что он опустил копье. Но настоящей причиной смерти может быть только одним. Даже если так, яд заставил его откусить копье. Да... Интересно. Ладно. Именно. Убийца Нагито — это тот, кто сделал, заставил его вдохнуть этот яд. Ты, бля, серьезно? Это все было его ловушкой. Даже эти все раны, что были на его теле. Это все было для того, чтобы спутать доказательства касательно того, что произошло на самом деле. Его истинной целью было создать убийство, которое никто не сможет решить. Он хотел доказать нам, что есть некоторые тайны, которые просто не могут быть решены догадками и предположениями. Стоять, почему его голос изменился? Мне показалось. Он, наверное, ожидал, что его поддельное самоубийство будет раскрыто. В конце концов, тайну можно разгадать. Ей судьбой предназначено быть решенной в конце концов. Тем не менее, он также приготовил загадку, которую нельзя решить. Поскольку вы решаете все эти загадки, укрепляете свою надежду, то тайна еще больше, нет, то загадка, что больше, нет, все-таки тайна,
то загадка больше приходит с этим. Я на вас прямо хлопает пылицу. Для тех из вас, кто полагает, что есть нерешимые загадки, в тот момент вы как раз чувствуете вкус отчаяния. Да. И это значит, что он использовал все предшествующие вердикты гласного суда, чтобы приготовить этот трюк. Не все тайны можно разрешить. Такой хитрый трюк. Нет, с таким хитрым трюком он сыграл с вами. Как и ожидалось от Нагито. Это действительно запутано. Это же пиздец. Это моя вина, потому что я вам сказала насчет антипожарных гранат. Мне тоже очень жаль. Пожалуйста, проголосуйте за меня как убийцу. Это, бля, не проблема. Это не вина мисс Сони. Это все Нагито сделал. Но что же нам делать-то? Как мы можем узнать, кто убийца? Невозможно. Невозможно. Нагито хотел создать сценарий, где мы не смогли бы сделать решение, принять решение. Вот почему мы сейчас в тупике. Однако, даже сам Онокума тоже не знает, кто убийца, верно? Точно. Нет никакого способа, чтобы он смог это выяснить, используя свои камеры наблюдения. Если Монокума тоже не знает, то этот суд не имеет знать, не считается, не так ли? Вы знаете, вообще-то мне не нужны всякие дешевые говнянные камеры наблюдения и нечто подобное. Я идеально знаю, где и что будет происходить на этом острове. Каждый раз. О, я знаю, что ты использовала ванную комнату 3 раза вчера, Соня. И похоже, все эти твои визиты, ты там на долгое время задерживалась. А, пожалуйста, прекрати, иначе я никогда не стану королевой. Как ты? Я так ревную. Но я имею в виду. Откуда у тебя такая ужасная сила? Так что, конечно же, этот суд считается. Так что постарайтесь для того, чтобы выяснить, кто убийца. Или точнее, угадать, кто убийца. Угадать, он сказал. Как же мы, черт возьми, это сделаем? Неужели сдаться — это все, что мы можем сделать? Нет, все еще слишком рано, чтобы сдаваться.
А что, есть какой-то способ узнать, кто убийца? Нантонакудакедо. Мошкаштара, соунанжанайкатте каносега. Даже при том, что это просто... зацепка. То, возможно, и есть вероятность. Единственным, о котором я думаю... Есть один путь, есть один способ, я думаю. Что, правда? Эй, вы не против, если мы посмотрим на преступление Нагито еще один раз, с самого начала? Я хочу убедиться в том, что моя догадка верна. Поэтому, Хаджима, пожалуйста. Точно. Это не означает, что этот суд закончился. Даже при том, что я не знаю, кто убийца. Я должен быть в состоянии понять, как эта ловушка была устроена. Тогда мне нужно это сделать. Даже если это приведет к отчаянию. Я понял, тогда сделаем. Так. Фу, давайте немного перерыв устроим.